Роза оперативников. Роза оперативников — это визуальная рекомендация по использованию персонажа в игре. Любой параметр розы — это совокупность всех особенностей оперативника. Базовые характеристики — первичное и вторичное вооружение, спецсредства и способности. Разберем лепестки подробнее. Лепесток урона показывает, насколько эффективно оперативник уничтожает неприятеля. Бойцы, у которых этот показатель высок, призваны наносить урон противнику. Лепесток контроля отражает умение оперативника накладывать на неприятеля различные негативные эффекты. Срывать действия противника. В этом задача бойцов с высокими показателями контроля. Лепесток содействия показывает эффективность оперативника в помощи союзникам. Умение лечить, накладывать положительные эффекты. Основная задача бойцов с высоким показателем содействия — помогать союзникам быть более эффективными. Лепесток мобильности отражает, насколько эффективно перемещается оперативник. Бойцы с высоким уровнем мобильности призваны всегда находиться в нужное время в нужном месте. Быстро захватывать важные для команды позиции. Лепесток выживаемости показывает, насколько тяжело вывести оперативника из строя. Задача бойцов, у которых этот параметр на высоте, — отвлекать огонь неприятеля на себя. Дальность и сложность. В отличие от характеристик в лепестках, дальность — это не качественный параметр. Она лишь показывает дистанцию, на которой оперативник чувствует себя комфортнее всего. Так, у большинства снайперов параметр дальности высокий. Они слабы вблизи, но очень эффективны на дальнем расстоянии. Сложность отражает количество усилий, затраченных для максимально эффективного использования возможностей персонажа. Более сложный в освоении персонаж порой может быть сильнее простых. Но чтобы раскрыть его потенциал, нужно очень сильно постараться. Это все, что вам надо знать о розе оперативников. Используйте информацию с умом.